Девушка сегодня в баре, девушке 15 лет. Рядом худосочный парень, на двоих один билет. Завтраки за всю неделю, невзирая на запрет, уместились два коктейля и по пачке сигарет. Вот это жизнь, живи не тужи. Жалко, что не каждый вечер такая жизнь. Мама, держись, папа, дрожи. Если будет каждый вечер такая жизнь.